Так, всем привет, с вами Игорь Че, мои дорогие подписчики, зрители, гости канала, кто меня смотрит вообще, кто первый раз на мой канал зашел, первую часть прохождения, посмотрите это. Ну, в общем, я продолжаю проходить модификацию, как вы, наверное, догадались, Portal Pro. Это модификация на первую часть игры Portal. Значит, Portal Pro, это четвертая часть прохождения, если я не ошибаюсь. Вот, сейчас будем до конца. Будем заканчивать. Ну, давай, выстреливай, это мой щит. Ну, это движок Source. Старая версия движка. О, осторожно, осторожно, осторожно. Лифт закрыт. Сейчас что-то думать будем. Здесь тоже лифт закрыт, офигенно. Выстреливай. Спасибо. Блин, в Steam мне высылают. Steam мне что-то высылает уведомления какие-то. Мне это пригодится, наверное, мне кажется. Ладно. Я, если извиняюсь, конечно, уведомления вот приходят в Steam. А, фух. Я подумал, что куб упадет у меня и все. Так. Дверь закрыта. Ну такое, можно пройдем сюда? Может здесь что-то мы найдем? Так, вот здесь постой. А здесь что-нибудь? А, здесь что-то открылось. Что, серьезно, что ли? Мы никак не пройдем сюда? А, может быть... Можно попробовать? И можно на время ноуклип введу? Немножечко пройдемся. Попробую выстрелить. Что-то у нас получилось. Нам, по-моему, по другому пути надо идти. Ладно, можно я пока что один путь? Надеюсь. А здесь разве... Куда-то пойти можно или что? Не, кажется, здесь ничего нет. Ладно. Скорее всего, это правильный был путь. Никакая не секретка не была. Тогда идем туда, куда нам задали. Все. Проходим. Вот, все. Блин. Проходим. Господи. Так, ну, куб испаряется в поле антиэкспроприации. Мы подходим к финалу, кажется. Что он ждет? Так. Кстати, интересно. Турель, по-моему, как сказать, вот этих турелек не было в, как в истории, ну, как сказать, во время испытаний, то есть... Никаких тест-камер, которые записаны в наше испытание Portal Pro, не было. Только здесь тут первая турель попалась. Это как-то странно. Интересно, а если мы сюда спустились, то мы куда-то попадем, наверное, еще. А если вверх зайти? Подняться наверх. Может, там что-нибудь найдем? А, дальше никак не подняться, ничего там нету. Ну нафиг тогда это. Значит, пойдем по тому пути, который есть. Там в самом внизу, по-моему, Apple читается на Waiters, но его в первом портале ни разу мы не увидим, только в движке второго портала его можно увидеть в модификациях. На второй портал. На второго портала. Так. Так, до свидания, я скоро вернусь еще. Хотя у нас свидания с тобой не будет, турель, потому что ты очень глупая. Я тебе говорю, подожди, не стреляй, она все равно у меня стреляет, так что... Ты мне не пригодна для свидания. Если ты такая глупая. Что ж такая?
что такое, я хотел сказать, скажу, да что ж такое. Блин, а я на всякий случай могу сохраниться, потому что если... Так, может быть, как-то получится пройти. Если я туда упаду, то я не могу обратно вернуться. Давайте пробуем его клип вести. Может это... Я хотя... Все-таки стоит попробовать достать турель, может она здесь осталась. Может какая-нибудь турель осталась, может ее куда-то выкинул. Выбросил ее. Что здесь может она осталась? Не, я думаю, что, кажется, придется больше ноуклипа плыть туда. Блин, а? Что-то немножечко растерялся вот здесь. Вот. Просто очень большая карта, прям не знаю, что там будет дальше. А, здесь все, конец. Я думаю, что мы, кажется, не сможем. И здесь мы точно застрянем. Ладно, пойдем по тому пути, который есть, существует на этой карте. И вообще в этой модификации. Единственному пути. Хотя... А, нет, лестница есть, оказывается. Почему я его тут использовал? Блин, да что ж такое, почему ты не можешь упасть? Я все равно захотел зайти в ноуклип. Здесь может что-то есть. Как будто какой-то секрет есть, мне не хочется покидать это место. Что ж... Ну, придется тогда идти только по единственным путям. Как будто там что-то есть, ну то есть там продолжение какое-то, ну. А здесь что? Ну просто очень любопытно. Ты еще не побег? Разве? Опа-на, меня сразу убили. Что ж это такое? Все, ладно. Пошли. Блин, а? Как они стреляют? Блин. Так, ребята, я, кажется, буду сейчас потише немножечко, потому что спят у меня там. Немножечко тихонько надо. Блин, спать надо скоро. Ладно, я тогда еще минут 10 спешу и все, буду заканчивать на это, потому что я не могу долго заниматься вот, хождением. Блин, тут надо... Что, серьезно, что ли? Куда-то запрыгнуть все, что ли? Ладно, сейчас будем так действовать. Сейчас я буду действовать вот так. Ты мне еще позадишься, кажется. А, не взорвалась. А, да они же сорвались, да, ладно.
Эту сторону надо посмотреть. Ой. Что делать, что делать, что делать? Ладно, сейчас пойдем тогда. По-моему, вот эти такие камеры были, только ее теперь охраняют, кажется. Вы же были тут? А, да, по-моему, да, были. Мы были когда-то в этой тестовой камере. Уже. Это мы проходим через первые тестовые камеры. Только вот, блин, закрыто здесь. А что же делать тогда? Да ничего. Все, офигеть, просто мы теперь вообще не вернемся назад. Куда идти дальше-то? А, кажется, надо этот куб взять. Хотя нет, там что-то открылось. Там что-то открыто, наверное, туда надо. Че, серьезно, закрыто? Ах ты ж, блин, а. Ну, часть испытаний нам закрылись. Закрыта часть испытаний. Значит, будем сейчас действовать по тому плану, который поможет нам. Так. Нам надо сейчас подняться. Там мы, значит, по-моему, ставим портал. Я даже постараюсь не читерить. Можно меня отпустить уже, господи. А, зря. Я подумал, что это секретное было. Все, до свидания. Я думаю, надо здесь пройти. Если, кажется, конец будет. Ну, 7 минут 10 тогда, или 15 снимаю. Да и буду заканчивать на этом. А видео днем утром выложу. Что сказать? Как бы хорошая модификация. Весьма интересно. Что ж могу сказать. Огромное спасибо авторам. Может быть, автор давно этот мод выпустил, но все равно интересно. Ну, конечно, это видео как из Восточной Европы, так как он на русском не поймет, но это ведь американцы разрабатывали мод, большинство их. Блин. Надо ракету найти, которая, наверное, тут есть какая-то, которая расстреливает, как нас будет. А, здесь есть. А здесь? Здесь тоже что-то. А, ну это мы так проходим по офисам. Комната охраны, все такое. Вот, все, как знал. Здесь вообще есть? А, нет, здесь нету, ладно. Сейчас.
Ух ты ж, блин. Вот едва не попала эта ракета. Может, дверь как-то сможешь сломать? Хотя вряд ли получится. Ну да, хочется вспомнить, так как прям в первом портале так же было все. Не попадаешь. Попробуй еще раз. Куда нам идти? Нам сюда, чтобы перейти? Блин, очень круто. Ах ты ж, блин, а. А, наверх, по-моему, не пробираемся. Или как? Постойте-ка. Кажется, я догадываюсь. А, здесь я не могу сгореть, отлично. Здесь я не сгорю. Блин, вот я все-таки провалился куда-то. Надо будет еще раз попробовать. Пока. Да, он растворился. Испарился. Мне это надоело, если честно. Я все изменилось до единого. Так. Надеюсь, я успею дойти до конца. Блин, а. Сейчас упаду, не дай бог, куда-то свалюсь. Я не понимаю, какая камера была у нас. Я просто разобралась по частям, кажется. Да. Куда-то мы пошли уже. Здесь не пройти. Опять мы сюда попали. Да что ж такое? Заблудиться просто можно и все. Так.
все так хорошо было, все, и вся эта камера, весь комплекс, блин, был сломан. Надо было сюда идти, да? Ну все, естественно, прощай, блин. Нам кажется, сюда, блин. Упали. А, потому что там кто-то идет, комбайн какой-то, оказывается, это поле антиэкспирации. Это вот напоминает мне портал Прилюд, предпоследняя камера. По-моему. Да, опа, на, ну здрасте. Ну чё, что ты тут со мной делать будешь? Ну вот, здравствуй, Гладус. Так, 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 стоять, стоять. Блин. Ах, все понял. Блин, вот почти. До самого... Что вообще с тобой надо сделать? Опа-на! Господи. О, господи, пойди туда не упасть. Не упасть. В сторону меня направляешь, блин. Вот сюда надо. Какие-то, блин. Бабах, все. Благодаря за обслуживание. Опа-на, блин, я в эту щель все-таки пролез и упал. Пойди, не упади. Блин, господи, фух ты ж, блин, уберите это, закройте кто-нибудь. Где? Надо не растеряться. О, так тихо. А, уже здесь. Так, отлично. Значит, тут у нас побольше дырок. Сложнее большое. Блин, блин, тихо. Thank you.
надо в нужную точку приземлиться, так как уже... Так, еще у нас... Ох, господи, их тут дофига. Прям сделал так, чтобы они попали. Там вот у Гладос. Господи. Блин. Это как будто тираны или как-то. О, блин, все-таки меня попали. Что ж такое? Кажется, убежать можно уже. Сюда. Сюда что ли? А, потому что надо опять взрывать этими ракетами, оказывается, нет. Господи. Это как будто Half-Life 2, Цитадель. Как будто Цитадель напоминает. Half-Life 2 напоминает вообще мне. Это вот графика, это вот обстановка. Блин, ну что ж ты? Почему ты не влезаешь? Какая-то странная лестница. Неудобно как-то вот влезать. Движок соус. Быстрее открываем. Никуда. Сейчас, сейчас что-то взорвется здесь. Пухнет. Может по этим блокам прыгать, я не знаю, что делать. Куда идти, блин? Что вы имеете в виду? Блин. Если получится, правда, у меня прыгнуть. О-о! Сперва получилось, но упал опять. Ладно, я тогда буду это заканчивать, потому что уже не могу. Давайте полетаем. Ладно, все, с вами был Игорче тогда, ребят. Я не знаю, как дальше сходить. Короче, все, дальше все. Всем спасибо, ребята, всем удачи и пока-пока. Я дальше сам пройду до конца. Все, ребят. Классная была модификация. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь этим видео с друзьями, ребят. Все.